завалили. Чего? Это было круто! О, черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты че, я на условном, блин. Адьос. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться. Серьезно. Время для апгрейда, короче. Я спай! Увидимся там, да? Так, всем привет! Меня зовут Алексей, и мы начинаем сегодня играть в новый Need for Speed. Итак, нам куда-то нужно доехать, скорее всего, до гаража, может быть, как обычно в Need for Speed. Ну вот. Куда-то нам ехать, скорее всего, может быть, это гараж. Но я так думаю, что гараж. Будет, ну и заценим, как вообще едет этот. Ну, тормозит он хреново, скажу честно. Так, вот финиш. Ну, написали бы контрольная точка, зачем? Или что там? Пункт назначения, как Horizon, например. Зачем финиш писать-то? Это же не гонка. Полосы шипами рвут резину. Как так можно и попасться? Выглядишь как надо. Круто. Тут сегодня такие люди собрались. Ага. Пошли, покажу тебе своих, давай. О, привет, рада тебя видеть. Что за малый? Этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по перекрестку на I-5. О, блин, там вся дорога встала. Звучит симпатично. Не видела, чтоб Спайк был так возбужден. А, да нет, он всегда такой. За это ты меня и любишь. Робин, удачи в начинаниях. Поверь мне, у него все будет ништяк. А знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти, не проехать. Погнали! Привет, Эймс! Привет! Это Эйми. Ну разве не прелесть? У, я тоже тебя люблю. Трэвис! Здорово. Я тут тебе кое-кого привел. Да ну, и зачем? Да ты бы видел этого парня. Вудик просто крышу сносит. Опа. Да на тебя сам гонщик внимание обратил. Точняк, это бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал. Идем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Вперед, прокатись на них. Возможно, какая-нибудь и станет твоей.
Ну и что, нам предлагают выбрать автомобиль. Свой первый автомобиль. Я не знаю, что нам не выбрать. Скорее всего, я выберу Toyota. Ну это Subaru. Ладно, Subaru так Subaru. Но она же Toyota, в общем-то. Тогда выбираем Subaru BRZ Premium. Интересно, что это премиум-то значит такое? Да, купить машину. Я даже цену не посмотрел и купил машину. Йоу. Теперь ты в клане, братец. Забирай. Крутая, правда? Ну, Джеймс, я всего-то послушать ее хочу. Проверить, что бурчало, как привет. Надо. Здорово. Пожалуйста, пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, ну. Я же сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков. Так что... Правда? Вот так, да? Именно так. Стой-ка. Вот. Ой, ну это ж совсем другое дело. Я заплачу, это же знаешь. То есть папочка заплатит. Эй, куртка 1000 баксов стоит. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. Ну это здорово, что детали можно установить в гараже, выигранные тем более. Ага, ну дали бы деньги внутриигровые. По голубым стрелкам на дороге ла-ла-ла-ла, в общем ерунда какая-то. Ну что, поехали, первая наша гонка. Спайк и Эми. Мажорик против... против кого? Вау! Механика, блин. Хотел сказать, сантехник какой-то. Ух ты. На BMW первой серии купе. Точнее, двойка. Или первая. Нет, первая это серия, скорее, или двойка. Ну, ладно, какая разница нам. Нам главное победить. Так. Пробуем войти поворот. Ух ты. Ух ты! Не пущу! Поцелуй мой зад! Дайте мне азота! Это как понимать-то? Куда они удрали-то? Ой! Ой! Я тут вообще проеду? Что это вообще такое? Ну, а, финиш! Ну-ну, я третий. Ну отлично. Ладно, первый гонок проиграл. Первый, блин, комом, короче. Привет. Выдержал вторую гонку со Спайком? Я тебя недооценила. Выдержал? Не-не-не, это Спайк с трудом поспевал. А, ой, прости. Я не права. Что вы? Он просто продул. Какие вы злые. Эммануэль! Эммануэль! Тащись-ка сюда. Фи, фай, фо. Фам. Здрасте, дамы. Что? А мне обнимашек? Ну же! Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. Не ведись на внешность. За рулем этот зверюга очень шустрый. Зовут Эммануэлем. Но для этих лузеров многовато слогов. Ладно, Ману. Ничего себе. Эй, это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредрик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Мне лично все равно. Вот это да. Хотите есть? А я сегодня только раз ела. Умираю с голоду. Слушай, куда оно все уходит? Ты ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. Ладно, Остряк. Кто последний, платит за меня. Не-не-не-не-не. Кто последний, платит за всех. Бросай вызов любому гонщику и будь готов, когда вызов просит тебе. Что это значит-то? Какую-то систему отключить гонку с Ману? Да...
Задолбал уже выскакивать это. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Так, позиция пятая. Ну, давайте, вторая гонка. Мы должны победить. Я надеюсь. Так. Так. Да. Кто это? Шестая включилась, да? Передача уже. Кстати, передачу не пишут, какая включена. Блин, ну. Это интересно. Перестал поворачивать, а он... А он все равно продал... Это вообще что за издевательство такое? Они меня как стоячего делают, спокойно. Двинься, Сильвия. Ух ты! Финиш! Мы первые! Неужели? Да, вторая гонка. Мы победители. Больше, чем на 5 баксов не заказываем. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Не, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебе оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайки? А как же, и тем, кто не превышает скорость тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага, у него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да. Вау, что это вообще такое было? Так, репутация, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, поехали. Так, куда нам? Так, вид поменяем. Так. Эми, зачем ты звонишь мне? Ну, перезвонишь, так и ладно. Я тебе не буду брать. Так, вообще сколько до туда ехать мне? Интересно, ну-ка. Мне тоже надоело ускакивать, что это. Может, как-то это отключить? Можно, я не знаю даже. Вау, что это вообще такое было? Взял... Нарушил правила дорожного движения. Блин, мощности не хватает, поэтому не подрихтить никак. Может, быстро доедем? Я не знаю, куда это так ведет, там прям далеко. Но хотя бы расстояние бы писали, сколько вообще километров ехать-то. Высокая скорость. Не, мне это надоело выскакивать уже сколько. Ну. Так, сюда нам. Тут можно прыгнуть немножко. Трамплинчик. Ну, навигатор вообще у меня отличный просто. Где я езжу? Может, это первый гараж для нас будет? Я не знаю, что это он. Так. И что? Нажав правый бампер. Перейти к гаражу и другим. А, понятно. Все? Говорил, ты пару тачек сам сделал, ну, круто, чё. А, так, одно правило.
Можешь брать что угодно. Правда. Только верни туда, где взял. А в остальном полная свобода. Кстати, это моя новая игрушка. Вот. Только послушай, как кричит. Это будет мой настоящий шедевр. Я прям чувствую. Хочу показать ее Накайсану, пока он в городе. Благодаря таким, как он, можно прославить эту мастерскую, понимаешь? Так, ладно, я все. Пойду проветрюсь. Может, встречу Спайка. Трэвис передвинул тачки, освободил для тебя место. Забирай, пока он не заставил. Тут все новым барахлом. Самое время, привести мысли в порядок, заняться планами, придумать свое видение. Воу, говорю прям как Трэвис. Так, все, ладно, я пошла. Не скучай. И, наверное, увидимся, да? И это... Все, сложи на место. Лады, давай. Что нам, тюнинговать машину можно, да? Или что? Я даже не знаю, с чего тюнинг начать-то. Итак, ты опять появился? Я не понимаю, зачем ты появляешься? Так, выбираем машину. Визуальные модификации есть. Окраска, обтяжка, полученные детали. Так, визуальная. Так, капот, например. Что у нас капот есть? Такой капот, такой, всякой есть. И все из карбона, странно. Так, что еще? Так, что это, что? Изменить посадку можно ниже. Так, а это сплиттер, передний сплиттер можно поставить. Все? Все? О, такой можно поставить, такой. 150. Мне такой нравится. Вообще прикольно смотрится. Давайте его поставим. Так, купить. 4500 у меня есть. Денежки-то есть у меня. Что тут еще можно? Колеса поставить какие-то. Так. Так, что? Что, нельзя, нельзя ничего? Тоже нельзя. Спойлер можно поставить. Такой. Такой. А в чем разница? Я не понимаю. Вот этот спойлер, конечно. Ладно, давайте вот такой поставим. Пока что такой пойдет мне. Так, что тут еще можно поменять-то? А, диски еще можно дать. Наверное, диски можно. Ну и что? Передние диски. Так, сменить диск. Изменить нижний слой. Изменить верхний слой. Изменить размер. Давайте посмотрим, что у нас есть вообще, какие диски. Такие, такие. Даже не знаю, что поставить-то. Может быть, такие поставить. Или такие. Ну, выбор мало-то. Давайте эти поставим, может быть, это круто. Хотя 1220 стоит, может быть, да ну диски сначала. Сначала лучше не визуально будем тюнинговать, а лучше управление. Вот изменение ходовых характеристик. Так. Воздушный фильтр, стабилизатор подвески, ручной тормоз, тормоза. Не знаю. Шины, давайте посмотрим, что из шин имеется. Так. Новый шин влияет на сцепление с дорогой, что меняет характеристики управления. А, это для дрифта. А, вот это грипп. Понятно. Откроется на третьем уровне только. Так, давайте ставим тогда. Для гриппа. Так, идем дальше. Тормоза. Ну, нужны будут тормоза нормальные. Наполовину регулируемые тормоза. А, 21. Ну, ставим.
Тормоза. Блин, стоп, тормоза стоит. Стабилизатор подвески, воздушные фильтры. Так, что тут еще? Так, топливная система, наддув, электросистема, зажигание, ЭБУ. Давайте блок цилиндров посмотрим, что есть у нас. 1200, ого-го-го-го-го. Так, на 6 уровне только. Давайте поставим, что ли, я не знаю. Ну, 0,3 это много, короче. Выиграешь. ЭБУ посмотрим. Ого. Так, до 160 еще получше разгоняется. Сколько? 900 стоит. Ну, давайте поставим это ЭБУ. Что тут есть? Распредвал. Головки. Пустой коллектор, конечно, там. А, еще не открыто. А это выхлопная система. Вот это даст, наверное. Еще прибавки, конечно. Ух ты. Ну, давайте поставим. 900. Стоит всего лишь $900. Вот все, осталось 50 всего лишь. Значит, ничего не купишь. И все, наверное. Что тут еще можно? А, Хуниган написан. Я эту наклейку не ставил, кстати. Ну что, на этом первую часть, наверное, закончим. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.